29 ноября отмечается День матери. Это прекрасный повод еще раз сказать всем мамам искренние слова любви и благодарности. Накануне праздника наши корреспонденты пообщались с матерью пятерых детей Татьяной Мунтян, жительницей Славянска на Кубани, женщина, успевшая во всех отношениях. Она востребована в профессии, любима в семье, замечательная хозяйка, а еще многодетная мама. Впрочем, правильнее сказать так: прежде всего она мама, а потом уже все остальное. Со своим мужем Анатолием Ивановичем Татьяна Николаевна познакомилась около 20 лет назад. Влюбились друг в друга с первого взгляда и вскоре поженились. Татьяна Мунтян говорит, что с супругом они всегда мечтали о многодетной семье. Судьба распорядилась немного иначе. Они подарили жизнь двум замечательным детям – сыну Виктору и дочери Виктории. А потом стали родителями еще для троих деток, которых воспитывают в атмосфере взаимной любви и заботы. Дети – это воспитание прежде всего себя. Ты воспитываешь себя, через что-то переступаешь. Если человек воспитывает себя, значит, он становится на ступеньку выше. Семья – это то место, где уютно и спокойно, где всегда поймут и поддержат, помогут решить проблемы и искренне разделят радость. Особенно это важно для детей, считает Татьяна. Я где-то слышала, что в отношении с мужем женщина должна удалять всю соль из его слов и добавлять туда сахар, чтобы жизнь была сладкое, я так стараюсь делать. А в отношении с детьми, любовь, все, взаимопонимание самое главное. Когда ты понимаешь человека, стараешься его понять, я думаю, все должно получаться. Легко представить себе, сколько забот и хлопот ежедневно ложится на плечи мамы. Приготовить, прибраться, с детьми позаниматься. Можно без лести сказать, что на таких женщинах, как наша героиня, и держится мир. Конечно, большую помощь оказывает глава семейства Анатолий Иванович. Я все время мечтал, чтобы у меня была большая семья. Я седьмой ребенок в семье был, самый маленький, как седьмой. И я все время мечтал, чтобы была семья большая, но не меньше 5 детей. Но так как вот получилось, что были только двое наши, решили, чтобы наполнить. Потому что счастье – это жизнь, смысл в жизни, это когда дети любишь их, они понимают, любят нас. Я думаю, что это счастье. Самая младшая в семье Мунтян – Вика. Девочке нет еще и 6 лет, но у нее уже есть любимое занятие. Вика любит рисовать со своей сестрой Светой и играть с братом Игорем, кстати, спортсменом. Незаменимая помощница своей мамы – 17-летняя Ира, которая отлично ладит со своими братьями и сестрами. У нас как происходит? Я их чему-то учу, и они меня чему-то учат. Многому они меня как бы научили – это терпению. То, что надо быть более терпимым к маленьким, к подросткам. Надо стараться как бы их понимать, потому что это одна из основ, наверное, в взаимоотношениях между братьями и сестрами. Счастье всегда приходит с любовью. И если ребенок познает это чувство с детства в семье, то непременно он пронесет его через всю свою жизнь. А самое главное, что счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой мамы. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».